Я шла в ночью в круглосуточный супермаркет и переходила дорогу в районе супермаркета Ярче. Светофор не работал. В районе ЦУМа были слышны звуки разгоняющего автомобиля. Он разгонялся и тормозил. Видимо, кто-то игрался в гоночки. Из KFC выходил парень, он взял в аренду самокат, стоящий у входа. Потом опять появились звуки разгоняющегося автомобиля, резкий звук торможения. Я обернулась и увидела, как сбивают парня. Он отлетел высоко и упал на полосу движения в другую сторону. Самокат разлетелся в радиусе 100 метров. Белый Range Rover остановился, от него отлетели бампер и еще какие-то детали. Из него вышли три девушки, две были гламурно одеты, но они пьяными не казались. Полиция приехала в течение 3 минут. Парень сначала лежал неподвижно, пульс был. Потом у него начались какие-то судороги. Реанимация приехала в 2 часа 17 минут. У парня была пробита голова, из ран на ней шла кровь. Со слов полиции, он в очень тяжелом состоянии, увезли его живым. Меня теперь посадят, да? Да. Вы сумасшедшие? Угу. Вы не пьяные? Парень тоже был неправ. Светофор не работал, только что по нему переходила. Так они гнали, ты слышал этот звук? Я видел это. Я слышал, я прямо сзади ехал, видел это. Как сделать? Никак. Нет.